Пушкинском активно ведется работа по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Глава округа Максим Красноцветов совместно с представителями «Газпром Теплоэнерго» посетили с рабочим визитом котельную на улице Горького. Этому объекту сейчас уделяется пристальное внимание. На следующей неделе мы ставим второй котел и завозим материал, начинаем огрызать. Горелки привозятся вместе с автоматикой. Где-то 15 августа. Работа в тесном контакте с ресурсоснабжающими организациями и усиленный контроль дает возможность реализовать мероприятия в рамках концессионных соглашений. Это реконструкция тепловых сетей, установка новых блочно-модульных котельных, а также ремонт действующих. На сегодняшний момент планируется до начала отопительного периода заменить здесь два котла. Один котел вот стоит за моей спиной, он уже установлен и смонтирован. Второй котел на сегодняшний момент залито под него основание, и в конце следующей недели он будет уже установлен. Всего на территории Пушкинского осуществляют деятельность 32 теплоснабжающие организации, 7 организаций по водоснабжению и водоотведению. Подготовка к осенне-зимнему периоду проводится на всех 127 котельных округов в соответствии с графиком. В городском округе масштабно «Газпром Теплоэнерго» выполняет по поручению губернатора многие работы по замене необходимого оборудования. Работаем. В настоящее время 17 котельных находятся на планово-предупредительном ремонте. На 38 эти работы уже проведены. Камила Клиновская, Александр Корнеев, Олег Устинов. Новости Большого округа.